Пресс-конференция по окончании матча «Торпедо» Нижний Новгород «Акбарс» Казань. Главный тренер команды гостей Зенитлах Хайдарович Белединов. Пожалуйста, ваш комментарий по игре. Ну, мы понимали, что, в общем-то, игра будет вот в таком плане. Тем более, очень хорошо зрители болеют. И напряжение игры было на хорошем уровне, так скажем. Вот. Мы, к сожалению, я считаю, неудачно сыграли в меньшинстве. Сегодня две шайбы пропустили. В общем-то, мы обычно играем неплохо, но сегодня вот не получилось. Выбрались из 0-1. Возможность была в большинстве забить и 5-3 у нас ситуация была. Но, к сожалению, не получилось. Так в целом ребята готовятся, ребята стараются. Вот. Есть ошибки, есть над чем работать, но дальше идем. Мы дальше идем. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Алексей, микрофон. Да. Добрый вечер. Зенитлах Хайдарович, Алексей Швецов, КХЛ. Если можно, сравните матч в Казани с этим матчем. Показалось, что сегодня момент был не меньше, но голов гораздо меньше получилось. Оборона больше готова была к атаке соперника? Да, ну, мы в целом готовились. Мы понимали, что они будут делать. И, в общем-то, подготовились. И в этом плане, я считаю, что да, создавали они моменты. У нас были моменты. И, ну, надо забивать. Если что-то создается, надо реализовывать. Вот. Ну, пока не получается у нас. Вот это вот надо забивать, особенно было, наверное, уместно к третьему периоду, когда действительно там было куча моментов, и Акбарс запирал подолгу в зоне. Ну, и что не хватило? Свежести, просто реализации фарта, может быть? Не знаю, что не хватило. Не хватило гола. И если можно сравнить вот игру сегодня «Торпедо» с «Акбарсом», да, то есть это была борьба психологии или стилей, на ваш взгляд? Ну, не знаю. Честно говоря, мне нравится, как они играют. Здесь вопросов нет. И против них надо просто играть, как бы. Мы понимаем, как надо играть, но не всегда все получается. Вот. Я еще раз говорю, что мы сейчас можем говорить о том, что если бы мы забили, то было бы другое. В целом, я говорю, игра хорошая и полезная для нас очень. Есть бытует мнение, что «Торпедо», в принципе, так скажем, калиф на час и наверху таблицы, ну, скажем так, временно. На ваш взгляд, в принципе, «Торпедо» – это заслуженный сейчас лидер таблицы? Ну, я считаю, что так, как они играют, безусловно. Команда играет очень хорошо, азартно. Молодые ребята играют с большой отдачей. Почему нет? Спасибо большое. Коллеги, еще вопросы? Онлайн-вопросы есть? Добрый вечер, Зенитлах Хайдарович. Не было сегодня Никиты Даняка и Даниила Журавлева. Это ротация? Нет, он, к сожалению, получил маленькую травму. Также довольно давно не играет Вячеслав Воинов. Нет ли у вас информации по его восстановлению? Ну, восстанавливается. Когда он будет работать с командой, пока не могу сказать. И последний вопрос от меня. Сегодня Радулов удалился в овертайме, после чего «Торпедо» забросила решающую шайбу. Насколько вообще довольны его выступлением в последних матчах, и в частности, вот сегодня? Ну, старается. Я считаю, что, в общем-то, как игрок, он играет с большой отдачей. А вот ему приходится играть достаточно много. К сожалению, пока не может забить. Он немножечко так, может быть, и нервничает в связи с этим. Но в целом он хороший спортсмен. Спасибо. Онлайн-вопросов больше нету? Из зала тоже нет, да? Спасибо. Всего доброго.